Друзья, всем привет! Предыдущую часть закончили вот на таком этапе. Предлагаю не тянуть время и сразу переходим к обработке деталей шлема. Начну работу с грубой обдиркой всех элементов. Момент по поводу работы с болгаркой. Ни в коем случае не призываю и не говорю, что именно так нужно или правильно работать с УШМ. Это очень опасный инструмент, если работать без защитного кожуха. Я его намеренно снял по некоторым причинам. Помимо перчаток и большой защитной маски, которая закрывает лицо и всю шею, еще присутствует защита туловища в плоскости вращения диска, так что все под контролем. И еще не стоит забывать о защите органов дыхания, так как мелкая абразивная пыль здоровья вообще не прибавляет. После грубой обдирки устанавливаю на УШМ наждачный диск на липучке и опять прохожу все детали шлема.
Все детали обработаны 150-й наждачкой, и можно потихоньку переходить к сборочно-сварочным работам. Варить бронзу, как многие уже догадались, буду аргонно-дуговой сваркой. Присадочные прутки использовал БРКМЦ-3. Вот, кстати, тот волшебный порошок, который прибавляет здоровье. Переходим к сварочному столу, точнее к сварочной табуретке. На малярный скотч закрепил лобную часть к котелку. Сейчас буду ставить прихватки. Когда детали более-менее держатся на прихватках, с внутренней стороны выбрал бормашиной фаску. Когда изнутри шов был заварен, теперь с наружной стороны бормашиной делаю фаску для сварки. При работе с лобной частью была замечена трещина на уголке детали, которая была успешно заварена. Ну и так дело со всеми элементами шлема: прихватки, фаска, сварка, фаска с обратной стороны и сварка. Ну и вот шлем собран. Теперь можно немного почистить швы и потихоньку начать работу с гребнем. В данный момент детали гребня собраны на суперклей, и на этот же клей прикреплены к шлему. После прихваток детали гребня попарно были сварены для его дальнейшей подгонки к шлему. Гребень все так же на суперклей был прикреплен к шлему, и в это время на нем проварил все швы. Данная деталь полностью готова, можно переходить к сварке ее к шлему. Также были сняты фаски для лучшего провара.
Ну и наконец-то работа с металлом, можно сказать, завершена. Осталась только полировка шлема, чем мы сейчас и займемся. При полировке тоже не стоит забывать о защите органов дыхания, так как в воздухе летает очень много мелких ворсинок из полировального круга. Волос для гребня был взят вот из таких кисточек. Чтобы отделить сам волос от металлического основания, пришлось аккуратно нагревать жестянку и понемногу ее стягивать. На доске нарисовал эскиз гребня и на него пучками выложил волос. То еще занятие, скажу вам. Чтобы волос скрепить вместе и ровно подрезать, воспользовался шаблоном и паяльником. Волос зафиксировал с помощью суперклей-гель и отвердитель. Держится очень хорошо. Ставьте видео на паузу и в комментариях пишите, сколько думали он будет весить. Данный проект считаю завершен. Шлем на подставке отправляется на полку. Кто досмотрел до этого момента, большое вам спасибо. Не забываем писать комментарии. Не болейте. Пока-пока.